Radio Bonanova. Radio Bonanova. El 107.1. Bonanova. Чистая волна.
Иисус, ты моя жизнь, Иисус, крепкой рукой у меня ты держи. Иисус, ты мой источник, Иисус, счастье мое, Иисус, воля твоя совершенна во всем. Я желаю быть, как свет во тьме, землю осолять, сиять с тобою, и на этой несовершенной земле исполнить твою совершенную волю. Я желаю быть, как свет во тьме, землю осолять, сиять с тобою, и на этой несовершенной земле исполнить твою совершенную волю. Исполни твою совершенную волю. Здравствуйте, с вами Виктор Зенченко, и сегодня в нашем выпуске программы «Библия в деталях» мы поговорим о тексте, записанном в первом послании апостола Павла к Коринфянам. Надеюсь, ваши Библии наготове, и если это так, то давайте вместе читать первое послание к Коринфянам, 11 главу, с 27 по 29 стихи. «Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Уверен на 95%, что текст вам знаком, потому что его читают во время богослужений, когда совершается часть, известная как хлебопреломление или вечеря. Но к чему апостол Павел пишет об этом? Давайте разбираться вместе. Для начала сделаем краткий обзор всей 11 главы и выясним ее основной посыл. В 11 главе апостол Павел проясняет некоторые моменты, связанные с порядком на богослужениях. Одна из проблем заключалась в следующем. В церкви в первых веков практиковали совместный прием пищи на собраниях. Слово «вечеря» — это греческое слово «дипнон», которое имеет в словаре следующие значения — трапеза, ужин, обед, пир, то есть совместный прием пищи. В книге «Деяний» евангелист Лука повествует, что такие совместные приемы пищи христиане совершали очень часто, потому что их собрания проводились по домам. Более состоятельные члены приносили пищу, которую делили поровну между всеми. В церкви города Коринф произошли серьезные разделения. Община была раздроблена по нескольким признакам, что повлияло и на совместный прием пищи. Богатые стали собираться и, не дожидаясь бедняков, съедали принесенную с собой пищу. И таким образом превращали вечерю в пиршество и объедение. Апостол спрашивает таких членов общины. «Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и уничижаете неимущих? Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается».
Чтобы показать, что это неправильно, апостол напоминает слова Христа, который на последнем пасхальном ужине со своими учениками учил их, что они должны быть едины между собою, они все равны, а хлеб и вино – это знаки, напоминающие о его смерти за каждого одинаково. Апостол хочет сказать, что в церкви мы все равны, просто потому, что за каждого из нас была пролита одна и та же кровь и ломалось одно и то же тело. Поэтому люди, которые разделяют общину по какому-либо признаку, недостойны участия в церковном общении и совместном приеме пищи. Нельзя делить церковь по какому-либо признаку. Каждый верующий должен ощущать принадлежность к телу церкви. Потому акт хлебопреломления и называется причастием. Через участие в вечере каждый верующий ощущает себя частью целого. Друзья, читайте Библию с интересом, и пусть Бог благословит вас в этом. Господь, Ты нес мой крест и жизнь отдал, чтобы дать мне свободу. И я навеки Твой, я буду петь, возвещать Твою милость. Славен Ты, Господь, забрал весь мой позор, излил любовь, восхищаюсь я Тобой, Господь. Даешь мне благодать, Ты день за днем, я хвалу пою, я изумлен, славен Ты, Господь. Прославлен здесь и на небе, Твоя слава среди нас, Твое имя выше всех, Бог Тебе хвала вовек. Будь прославлен здесь и на небе, Твоя слава среди нас, Твое имя выше всех, Бог Тебе хвала вовек. Будь прославлен здесь и на небе, Твоя слава среди нас, Твое имя выше всех, Бог Тебе. Слава!
Трефилова, а ну-ка принеси мне свой дневник. Дневник нацетилетней. Авторская программа Оксаны Трефиловой. Прогуливаясь по улицам, видела девочку, которая подкармливала совсем маленького котенка. А через какое-то время мальчики начали кидать в него камни. И тут я задумалась. Мы в ответе за тех, кого приручили. Слышали? Уверена, это слышали все. А вот всерьез не воспринимают. Заводят котенка или щенка, просто поиграть. А потом он начинает мешать, его выкидывают. Нельзя этого делать. Они наши друзья, которые испытывают такие же чувства и эмоции. Представьте, что вечером родители, придя с работы, просто ни с того ни с сего выгоняют вас из дома. Или вывозят за город и выкидывают. Приятно? Не думаю. Животные становятся частью нашей семьи и переживают все с нами. У меня есть собака, и она преданнее некоторых друзей. Когда мы ходим гулять, она не отходит, чтобы на меня никто не напал. Она бегала и веселилась со мной, а иногда просто лежала рядом и слушала. Однажды я попала в аварию, и она не ела целую неделю. Лежала и скучала. И я очень сильно люблю и никому не отдам ее, потому что я за нее в ответе. Подумайте, прежде чем заводить животное. Оно вас полюбит и будет отдавать все, что есть, потому что мы для них целая жизнь. Забота о животных – это то, что повышает мою самооценку и помогает уважать себя. Кладу.
Бачу в цьому сенс і щастя, бачу в цьому я красу. «Чистая волна» представляет проект «Блаженны вы». Комментарии священнослужителей на заповеди блаженства, провозглашенные Иисусом Христом. Считается, что блаженный человек – это счастливый, но по-своему. Нередко блаженный воспринимается как юродивый и не совсем вменяемый. Поэтому мало кто проводит параллель между понятиями «блаженный» и «счастливый», в то время как это суть одно и то же. Человеку свойственно озадачиваться поисками счастья, хотя цель зачастую является смутной и размытой. Наверное, потому люди так верят в сказки, которые непременно имеют счастливый конец. В этой сказке должно быть все – и верная дружба, и заклятая вражда, и долгие разлуки, и неожиданные встречи. Но в итоге обязательно восторжествует истина, и герои вкусят большую порцию счастья. Все мы находимся в пути, и у всех у нас множество вопросов на данную тему. Все мы вопрошаем, что такое счастье, и все мы стремимся найти свой точный ответ. Кто-то сказал: «Найти смысл жизни – это счастье. Найти счастье в жизни – это смысл». Что скажете? И пока вы думаете, давайте послушаем короткие комментарии священнослужителей на заповеди блаженства, преподанные Иисусом Христом в Нагорной проповеди. Итак, мы отправляемся. Приятного путешествия! Священнослужитель Евгений Александров. Заповедь восьмая. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное. Блаженны вы, когда будут бесславить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Что это происходит с нашим миром, когда людей за правду в нем начинают гнать и преследовать? Что это происходит с людьми, когда они начинают всячески неправедно злословить тех, кто носит имя Иисуса Христа? И если вас изгоняют за правду, то как к этому относиться? Не возникает ли искушение подумать, что вы перегнули палку, что слишком далеко зашли в своем правдолюбии? Ведь нам всегда внушали идею о том, что правда находится на стороне большинства, а христианство, к сожалению, никак нельзя отнести к большинству. Сегодняшний мир отличается сверхлиберальными ценностями и толерантностью ко всему происходящему, только вот к правде Божией почему-то полное нетерпение. Согласно статистике, ежегодно около 160 тысяч христиан в мире теряют жизнь за веру. Это 430 человек ежедневно. Каждый вечер церковь недосчитывается 430 человек своих членов от того, что они были изгнаны из этого мира за Христову правду. Кому звезда, кому гранитный клин, кресты, плетали, холмики в ограде, а этим, безымянным, дерн один.
блаженны правды, изгнанные ради. Они ушли в свой вечный дом, в Царствие Небесное, а мы, оставшиеся на земле, вновь утвердились в той истине, что христиане не от мира сего. Что делать, если вы испытываете непонимание и притеснение со стороны своих родных, близких и сослуживцев? Ответ один – радуйтесь и веселитесь. Купите торт, зайдите в гости к своим друзьям-христианам и скажите: «Давайте будем пить чай, кушать торт и веселиться, потому что я сегодня претерпел гонение за свою веру в Иисуса Христа». Апостол Павел в своем письме к Тимофею писал: «Все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». А в своем послании к Коринфской церкви дополняет: «Мы гонимы, но не оставлены». И во всех христиан, которые проповедуют Божью правду в этом мире, эти слова вселяют значительную порцию ободрения и дерзновения. Не бывает ли так, что любовь к миру заглушает в вас стремление к благочестию? Не пытаетесь ли вы преуменьшать достоинство Божьей истины для того, чтобы только не раздражать слух людей мира сего? Один мужчина-христианин дорожил собственным именем больше, чем именем Христа, настолько, что совсем перестал проповедовать Божью правду окружающим его людям. Он считал, что таким образом нашел в жизни прекрасный компромисс. Вроде бы и христианином являешься, и дискомфорта никакого от этого не испытываешь. Но когда спустя годы у одного из близких ему людей в жизни произошла ужасная трагедия, и выяснилось, что рядом всегда был христианин, который знал правду Божию, но молчал об этом, тот человек заявил: «Ты мог предотвратить трагедию в моей жизни, если бы рассказал мне об Иисусе Христе. Для чего ты скрывал от меня правду? Почему ты все это время подражал нам, людям, а не Христу, Господу?» Что может быть хуже для христианина, чем услышать подобное обличение? Нет, лучше быть изгнанным за правду, чем пострадать за свое равнодушие и лояльность грешному миру. Нет, лучше радоваться и веселиться о великой награде, которая ожидает нас на небесах, чем выискивать компромиссы и довольствоваться душевным комфортом. Если Иисуса Христа гнали, то будут гнать и нас, ведь ученик не больше своего учителя. Радуйтесь и веселитесь все, кого гонят за правду и злословят за имя Христа, потому что Господь сам сказал: «Вы блаженны». Блаженны, 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 блаженны. Блаженны вы. Брат, душевный брат, жить в мире с Богом не привыкну я никак. Прочь, сомнений путь, разгонит в сердце темноту творенье луч. Чтоб я заметил, что весна вокруг цветет, а на реке уже растаял зимний лед. Чтоб я понял, что над пропастью завис, и зов друзей меня все время тянет ввысь. Друг, духовный друг, тебя нет рядом, пустота сжимает грудь. Быть нам всем всегда в любви к друг другу по подобию Творца. Я не забуду вашу силу из добра, хоть и судьба нас разводила иногда. Мы не расстанемся, надеюсь, никогда. В единстве нашем наша сила от Творца. Ночь, какая ночь, луч света будто бы огарочек свечи. Жизнь, как день прошла, но не прошли усталость, суета. Хочу я радоваться звездам при луне, хочу понять, зачем живу я на земле. Прошу у Бога сохранить моих друзей,
хочу трудиться и растить своих детей. Радость в жизни есть, мы на пути, в котором ходу нет назад. Брат, не забывай, когда мы вместе, свобода без преград. Пред ним я низко голову склоню, я изложу ему сердечную нужду. Не сомневаюсь в том, что он меня поймет, и выше свет на нас, на всех дождем прольет. Я понимаю, что должна свести сирень, фонарь качнется и толкнет в немую тень. Я понимаю, что за осенью зима, но не понять, как жить на свете без Творца. Заметки от Кэт. Авторская передача Екатерины Титовской. Чтобы такого почитать? Почитай отца и мать. Привет, я Кэт. Как вы, наверное, уже догадались, речь сегодня пойдет о почтении. С тех пор, как психология стала популярна, о взаимоотношениях человека с родителями не рассуждает только ленивый. Тезис о том, что во всех проблемах человека виновата семья, в которой он вырос, как говорится, пошла в народ. И родители оказались виноваты во всем. От детских травм до пресловутого эдипового комплекса. Проблемы, конечно, есть, но какое все это имеет отношение к выполнению пятой заповеди? Давай попробуем разобраться. Главная проблема заключается в том, что наше отношение к родителям и представление о том, как мы должны к ним относиться, между собой, мягко говоря, не совпадают. Особенно в пик подросткового возраста, когда ребенок говорит: «Я никогда не буду такой дурой, как моя мама», или «таким дураком, как мой папа», обесценивая родителей, проявляя независимость и неповиновение. Видимо, подростку нужно почувствовать себя отдельной личностью, не таким, как родители, ведь жить-то придется ему одному, и если он останется в идеализации мамы с папой, ему невозможно будет потом уйти в свою жизнь. Идеализируя, человек может застрять в положении маменькиного сынка. И обычно происходит такой период, когда дети ни в чем не хотят быть похожими на родителей, делая все наоборот. И это нормальный этап развития личности, иначе сложно будет оторваться от мамкиной юбки. Психологически здоровый и взрослый человек воспринимает своих родителей реально. Он видит и сильные их стороны, и слабые. При этом взрослый человек родителей принимает и ценит. И на этом этапе, обладая свободной волей, взрослый человек принимает решение проявлять по отношению к своим родителям почтение. Почитание – это осознанный выбор. Ребенок почитать не может, он может только подчиняться. Застревание взрослого человека в детстве – это идеализация родителей, или в подростковом возрасте обесценивание, ведет к перекосу в отношениях, да и в жизни в целом, ибо заповедь гласит: «Почитай родителей, чтобы хорошо тебе было и продлились твои дни на этой земле». Исполнить эту заповедь может только психологически взрослый человек, и не просто взрослый по возрасту, а духовно зрелый. И этому нужно непременно учить, ведь если ребенок с детства не научить уважать старшее поколение, он будет похож на молодое дерево, у которого нет корней, или на ручей, у которого больше нет источника. Уважать старших надо даже потому, что это логично, они мудрее и духовно богаче. И есть вещи, которые посильны только старости, потому что в ней содержится мудрость и опыт многих поколений. Если ты хочешь быть успешным писателем, тебе стоит прочесть много авторов из прошлого века, например. Если ты хочешь быть хорошим художником, обрати внимание на работы тех художников, которые были до тебя. Если ты музыкант,
музыкант и хочешь развиваться в музыке, ты будешь слушать динозавров того жанра, в котором хочешь развиваться. И так в любом деле. Уважение, почтение, иногда прочтение старшего поколения, выражаясь библейским языком, благословляет и обогащает нашу жизнь. Быть с тобой, я вновь бегу к тебе, Иисус.
семейного очага с Лидией Рождественской. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вот мы снова встретились у семейного очага, где говорим обо всем, что связано с семьей, говорим через призму библейских истин, вечных истин. Я хочу спросить вас, как вам кажется, влюбленность и любовь – это одно и то же? И чтобы создать семью, достаточно ли влюбленности? У древних греков было интересное представление влюбленности. Они сравнивали ее с безумием. Если вы когда-нибудь, что называется, были по уши влюблены, то наверняка согласитесь, что это недалеко от истины. У меня, например, раньше, когда я влюблялась, напрочь пропадал аппетит. Я катастрофически худела, а работа не шла на ум, потому что ни о чем другом, кроме объекта своих девичьих грез, думать не могла. К счастью, мои влюбленности обычно быстро кончались, иначе не знаешь, что бы со мной было. Недавно прочитала у одной американской писательницы о состоянии влюбленности. Она пишет: «В этот момент рассудок отступает перед иллюзиями и саморазрушительным поведением. Человек теряет себя, теряет всякую власть над собой и способность трезво рассуждать». На самом деле безумство какое-то, согласны? Вообще, что ж греха таить, влюбленность – одно из самых сильных чувств, которые мы только можем испытать. Это ураган, стихия. Но вот беда, она напрочь лишает нас способности трезво мыслить. А немецкий философ Ницше выразился еще резче. Влюбленность – это состояние, в котором восприятие человека наиболее далеко от реальности. Один известный психолог написал, побеседовав с тысячами пар: «Накал страстей часто мешает нам осторожно и объективно взглянуть на себя, на своего партнера и на те отношения, которые мы строим. Да, выходит, что влюбленность – дело-то непростое и даже опасное». Сразу вспоминается жуткая история Екатерины Измайловой, этой леди Макбет Ценского уезда. Увы, мало кто из нас задумывается о разнице между любовью и влюбленностью. Было проведено много исследований среди людей, испытывающих это чувство. Оказалось, что в мозге человека выделяются определенные химические вещества, вызывающие головокружение, слабость и наплыв необъяснимых чувств. Вот, оказывается, откуда пошло такое примитивное определение любви к химии. Опять путаница получается, но о любви мы еще поговорим. Почему это происходит, и что или кто запускает в действие этот механизм? Уж точно не Бог. А значит, кто? Догадайтесь сами. Ясно одно, такие чувства долго не проживут. А слово «любовь», как и многое другое, пришло к нам из Библии. Вот в следующий раз у семейного очага мы и поговорим о любви. До встречи! Славь, душа Господа, славь, душа, имя святое Его. Пой Ему, как никогда, пой, душа, благослови Господа. Солнце встает, новый день приходит, время опять хвалу воздать за все, что ты мне дал, и за каждый новый вдох мой. Я буду петь и на закате дня. Твои дела я хочу прославить, что петь тебе есть 10 000 причин.
на закате дней, когда время придет, душа моя тебя да будет славить больше, чем даже 10 000 лет. Славь, душа Господа, славь, душа, имя святое Его. Бой Ему, как никогда, бой, душа, благослови. Девочки, поговорим? Авторская передача Виктории Петровой. В Библии при заключении завета приносилась жертва, проливали кровь, приносились дары и всегда совместно ели и пили. Это часть завета. Это неотъемлемая часть заветных отношений. А есть ли у нас с вами сегодня заветные отношения с кем-либо? Да, конечно. Если вы замужем, то в первую очередь это ваш муж. В замужестве и без него вы в заветных отношениях крови со своей семьей и кровными родственниками. И еще это ваши близкие друзья. И, конечно, это церковь, наши братья и сестры по крови Иисуса Христа. Посмотрите, с кем вы вместе едите. Дома, в кафе или на работе – это ваша семья и друзья. Совместно трапезничать намного больше и глубже, чем просто физиологический процесс. Это то, что сближает отношения. Если хотите, это инструмент, задуманный Богом для сближения людей, совместной радости и общения. Если смотреть на прием пищи как на Божий инструмент, то обычный совместный завтрак, обед или ужин становится прекрасным созидающим средством. Приготовление пищи – это забота, проявление любви и уважения. А сколько возможностей дает совместный ужин для созидания семьи? Это время, когда мы можем делиться радостями и печалями, можем слушать и пребывать в хорошей дружественной обстановке, в общении друг с другом. Дорогие, прочтите вновь и вновь книгу «Есфирь». Это просто кладезь мудрых советов для любой женщины. «Есфирь», чтобы решить очень важный вопрос со своим мужем, а ее муж был царем,
располагает сердце мужа. Для этого она своими руками готовит пир для него. Она делает это дважды. И лишь после того, как ее муж сыт и весьма расположен к ней, Есфирь говорит о своей просьбе. «Будьте мудры и вы. Пусть из вашей кухни доносятся манящие ароматы. Не позволяйте своей семье довольствоваться перекусами или чтобы каждый с тарелкой уходил в свою комнату, в свой уголок. Нет, вкушайте пищу вместе. Это часть заветных отношений. Располагайте через это сердца ваших мужей, детей, родителей. Стройте и созидайте через это семейные узы. И когда ваш муж попросит добавочки, прошу вас, будьте мудры, не говорите, сколько он уже употребил глютена и простых углеводов. Нет. Лучше скажите, как он ценен для вас. Как важно то, что он делает для семьи, как вы любите его. Похвалите своих детей, будьте внимательны, не упустите ничего из вида. И не забудьте, что готовить кушать можно и нужно вместе с детьми. А наши родители, а если они еще и неверующие, приготовьте ужин, испеките печенье или любимый папин пирог, а после говорите, говорите делом и словом о Божьей любви. Это прекрасная возможность для Евангелия. Итак, наши совместные завтраки, обеды и ужины – это не просто прием пищи для поддержания крепости тела, но это неотъемлемая часть заветных отношений в вашей семье, в вашей церкви, в ваших отношениях с друзьями. Будьте благословенны! Словно слышу твоего я рядом, сердце стук, все отчетливее и ближе, чем дыхание. Время замерло, и будто никого вокруг. Мне казалось, бесконечно этот миг я ждал. Я искал тебя, и ты меня, Иисус, искал. И растопило сердце это ожидание. Словно слышу твоего я рядом, сердце стук, все отчетливее и ближе, чем дыхание. Сердце это ожидание. Близко, как никогда, присутствие твое. Ты рядом, мне сокровищ земных и жизни без тебя. Высыхаю и мечаю быстро без тебя. Вновь обретаю крылья лишь в твоем присутствии. Я жду тебя, как в зной пустыне, жду с небес дождя. И оставляя все, бегу в твои объятия. Ты открываешь небо у меня над головой. Прошу, учи меня летать, я так хочу домой. Как никогда.
рядом мне сокровищ земных и жизни без тебя не надо. Рубрика «Минутное дело». Факты и короткие комментарии к ним. Всем привет! Пока будет звучать эта информация, а звучать она будет одну минуту, в нашем теле умрет 300 миллионов клеток. Хорошая новость заключается в том, что на их место родятся новые клетки. Этот процесс происходит постоянно. Тогда возникает вопрос. Если бы человек не имел болезней, приводящих к смерти, сколько бы он смог прожить лет? 120. Существует научный термин «предел Хейфлика», названный в честь открывателя Леонарда Хейфлика. Было выявлено, что после 52 делений клетки человека умирают и больше не производят новые клетки. В этом случае наступает смерть. Другими словами, если человеку удастся невероятным образом избежать всех смертельных заболеваний, он в итоге умрет от старости в возрасте примерно 120 лет. К такому выводу пришли ученые. И именно об этом сказал однажды Бог. «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым людьми, потому что они плоть. Пусть будут дни 120 лет». Не пренебрегайте Духом Божьим, чтобы еще больше не сократить продолжительность своей жизни. С вами была Марьяна. До скорых встреч! Дорогие друзья, наше эфирное время подошло к концу. До новых встреч на радиоволне 107.1 FM, радио Бананова. Звоните нам по телефону 663-178-617. Пишите на электронный адрес tmrbarcelona@hotmail.com или приходите к нам в церковь, которая находится по адресу Карер Санте-Усеби, 54, метро 3-я линия, остановка Фонтанна, или 7-я линия, остановка Плаца Малина. Каждое воскресенье мы рады будем увидеть вас. Веры вам и добра!